Клуб юных предпринимателей в Кайнаре Second Wind – новый драйвер для развития молодежного бизнеса. Головной офис в Экибастузе был создан в сентябре прошлого года. Филиалы действуют еще в нескольких городах Казахстана. В Экибастузе всего 30 участников – это дети разных возрастов с разных школ города. Президентом клуба является Давид Урсаки – активный начинающий предприниматель, ученик 10 класса 35-й школы. Цель клуба – найти новое общение, чтобы у участника появились предпринимательские качества, чтобы человек понял то, что он может управлять своей жизнью сам, добиться всего сам, никогда руки не отпускать сам, то, что у него всегда есть поддержка, друзья. Также он обучается финансовой грамотности и полностью изучает себя. За время реализации проекта для участников были организованы мастер-классы по различным образовательным циклам от носителей положительных практик ведения бизнеса, а также для развития инициатив членов клуба. Для Давида участие в клубе не прошло бесследно. Он уже довольно успешный предприниматель. Предлагает услуги разрабатывания различных сайтов не только по Казахстану, но и по России. Когда у нас 1 сентября начался урок УПРБ, предпринимательства бизнеса, я познакомился с Дарьей Салаватовной, учителем, и она на меня все это выдвигнула, стала моим ментором. Угу. После этого у меня появилась мотивация делать это все, изучать. На сегодняшний день я имею хороший заработок, у меня есть свой предпринимательский деятельность, я делаю многим сайты, получаю с них хороший доход. Самое главное, начать с себя надо, настроить себя правильно, найти свою цель и добиваться ее. Члены клуба вместе с ментором Дарьей Дашимовой организовывают игровые турниры среди школьников и разрабатывают бесплатные настольные игры для учеников. В настоящее время проводят мастер-классы по обучению казахстанской настольной бизнес-игре «Бизнес. Пчелиное дело», организованные проектным офисом по основам предпринимательства. Настольная экономическая игра предлагает игрокам примерить на себя роль начинающих предпринимателей. Цель игры заключается в том, чтобы построить свой доходный бизнес. Игра включает в себя темы экономики, бизнеса и финансовой грамотности. Также хотим сделать обучение урокам, математики, подготовка, там, КНТ и так далее, чтобы люди приходили не сюда просто так, а еще обучались, там, в школе у них было легче обучаться. И также помогать детям открывать свои бизнесы, чтобы всегда был у них второй план.